Все, сейчас я начну искать преступников. Да, надеюсь, что сегодня ни одного преступника не найду. Но, к сожалению, так в нашем городке почти не бывает. Так, ладно. Так, ну вот сейчас никого нету. На улице прилезно так. Ствол заряжен? Да, заряжен. Вдруг там, не знаю, какой-нибудь психопат, например, на меня нападет, что ли. Так. Угу. Эй, ты, гони деньги. Вы кто? Мне нет денег. Не надо, пожалуйста, меня убивать. Значит, телефона давай. Нет, нет, зачем? Это мой телефон, зачем вам его отдавать? Если сейчас не отдашь, будет плохо. Нет, сейчас вызову полицию, не надо, пожалуйста. Сам допросился. Нет, не подходите ко мне. Нет! Так, ну вот твой телефончик, вот и деньги. Опа, не надо, пожалуйста, помогите. Молодой человек, вы задержан. С какой-то стати. А вы что ли не знаете, что натворили? Что-то у вас сзади такое. А это мой друг, он случайно облился... Он случайно облился тыквенным соком и лег полежать. Молодой человек, не рассказывайте мне сказки, а? Ай, черт! Ну что я вам могу сказать? Вы задержаны. Да нет, с какой ради? Ай, да в смысле, почему не протыкается? Не позволю. Ой, ты че, дебил? Ой, черт. Тюрягу на 20 лет. За мной. Да нет. Ну нет, нет. Он еще мне, блин, руку сломал. Ай, блин. Отпустите меня быстро. Нет, нет, нет. Вы пытались меня убить. Еще прибавляю 10 лет. Было 10, стало 20. Да ты вообще, что ли, неадекват? Фига ты стреляешь. Ай, блин. Короче, я пошел на обед. Ну вообще куда ужас. Чувак. А? О, ты кто? Тебя тоже посадили. Да, меня посадили за убийство. Хотя я никогда не хотел убивать, я воровал. Да, это плохо. Меня вообще посадили на 30 лет за ограбление банка и убийство двух копов. Черт, как я бы там пожалел. Моя семья, мои дети. Да, согласен. Почему бы нам не устроить побег? Ты чё думаешь, что с твоей, по-моему, сломанной рукой побег нереально устроить? Конечно, есть у меня один коварный план, но если тебя с этим планом запарят, тебе подсадят на пожизненное. Ой, как-то я не хочу. О, ха, они мой ножик даже не забрали. О, отлично. Короче... Сейчас смотри, сейчас ты этим ножиком, короче, разрубаешь сетку. Потом там это, полицейский же на обед ушел, да? Черт. Ты что, вообще неадекват, что ли? Да извини, короче, он на обед же, да, ушел? Ну да, что-то ты мне не нравишься. Ты что ли хочешь, чтобы меня на пожизненное посадили, да? Ты что, сейчас вообще ничего не буду рассказывать, понял? Больно надо. Фу, еле с этой футболки оттер. Чё ты там сидишь? Хочешь, чтобы меня на пожизненное вообще посадили? Да больно ты мне нужен, дикобраз! Ай! Ладно, сейчас попробую. Да ё-моё! О, отлично! Так. Ой! Ха, давай! Сейчас спасать тебя на пожизненное. Да ё-моё! Отлично. Так, ну вот отлично. Я пообедал, теперь нужно этого проведать. Так. Ой. Быстро в клетку. Нет. Нет, пожалуйста, нет. Быстро!
Если ты сейчас не спустишься, то я тебе сейчас буду стрелять. Не дождешься. Ой, черт. Быстрее, быстрее, быстрее. Помогите мне. Ну теперь ты точно задержан, собака. Нечестно. На! Да ты вообще... Ай, блин. Ну, все отлично. Без этого дурач... В смысле, где он? Черт, он нас сбежал. Зря этого дурачка послушался, блин. Да, ты мне еще жилет порвал. Ну что ж теперь, дружочек-пирожочек, теперь ты на пожизненном. Нет! Нет! Нет!